Так, сейчас еще чуть на экран попробую. Блин, интересно, когда ачивки уже сделают? Уже больше месяца они там, месяц висят. Не знаю. В следующем году, 21 числа будет, на обнову, по-моему, небольшой. А, ну вот, посмотрим. Так, rules change, что он там поменял? Это хуилка админ, да меня за корнер бомбил чуть-чуть. Пытался ему отомстить, но он, конечно, у него больше опыта в раннинге, поэтому... Да, у него 411 часов. Финская задница. Он тоже стримит, кстати. Спортивная рожа у него. А, да, ты видишь? Да. А как ты его нашел? У него что, тоже? Или там два стримера по брекфесту, да? Нет, просто, как правило, вот эти, я просто видел же их, вот этого и вот того, который вчера был. Ну да. И они, только они там и есть, в основном. Понятно. Ну надо, значит, тебе создать. Топ-тайм будешь показывать. Да? Ну, можно, конечно, ну, не знаю. Все, вот такие пошли. Лоу. А, ну да, он один там. Ну все, давайте, конечно. Ай, лол. Он меняет машину. Побежал машину менять, да? Бля, не успею. Там кнопочку, наверное, он Рэдди пытается дожать. А, не хватило. Опять заново. Еще раз. А это сразу, да, у нас тогда тоже так было. Одного голоса не хватает, и все повторно. Давай, да. Шакалы. Мишин тоже среди них, что такое? Один чувак у нас, Жень, не Рэдди, мы бы уже играли сейчас. Нет, нет. Я считаю, что это все равно. А он сидит, спокойненько убирает, там есть так. Он даже да. На какой бы поеду? Поеду-ка я, наверное, на. О, все, выбрал. Ой, лол.